Ищут пострадавшие, ищет полиция. Месяц назад зарегистрированная в Саратове компания «Окномания» закрыла свой офис в Саранске. А в полицию продолжают поступать заявления от жителей Мордовии, которым фирма обещала дешево и быстро установить пластиковые окна. Люди внесли предоплату от 70 до 100%, а в итоге не увидели ни окон, ни денег. Отдала полную стоимость, так как кто приходил замерщик, он сказал, если вы оплатите полную стоимость, у вас будет скидка. Сотрудники отдела экономической безопасности МВД России по Саранску установили, что с сентября по ноябрь 2019-го фирма «Однодневка» обманула почти полсотни семей, присвоив без малого 1 000 000 рублей, и скрылась в неизвестном направлении. Каждая из пострадавших семей лишилась в среднем от 10 до 30 тысяч рублей. Предварительная сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составила около 800 тысяч рублей. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение. Пострадавшие даже создали общую беседу в соцсетях, где делятся последними новостями. Говорят, что директора фирмы «Окномания», которая зарегистрирована в Саратове как ООО «Сервис Н», господина Евстафьева, сейчас разыскивают. Но найти не могут. Зато удалось узнать, что на деньги обманутых клиентов, которые наверняка есть не только в Мордовии, он приобрел уже несколько машин и квартир. Это пока только слухи, их, как говорится, к делу не пришьешь. А вот у пострадавших проблемы вполне реальные. Многим за неустановленные окна еще целый год кредит выплачивать. Звонили в эту контору во всех городах. Трубки не берут, номера на звонки не отвечают. Как было известно, что у Саратова эта фирма банкротится. Директора на месте никогда не бывает. Когда правоохранители установят все обстоятельства дела и станет известно точное число пострадавших, будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела. Людмила Чекал, Александр Данилов. Наши новости.